пятницу в Самарской области переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Станет прохладнее, плюс 6, плюс 8 днем, ночью 2-4 выше 0. Ветер северо-западный 3-5, усиление до 10 метров в секунду. В Сызрани облака, дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2 градуса. Северо-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью 3 выше 0, северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре небольшая облачность, без осадков. Плюс 7 в дневное время, ночью плюс 2. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.